Еще на прошлой неделе Евгений Меньшиков лично собирал подписи в свою поддержку на пост мэра. Говорил, успеет собрать необходимые голоса. Если его не зарегистрируют, будет виновата власть. Ну, народ увидит, что с демократией у нас проблемы. Они должны зарегистрировать народного кандидата. Тогда народ поймет, что с демократией еще есть в нашей стране, в нашем городе. А уже сегодня, по его словам, виноваты совсем другие лица. Оказывается, сам он не смог справиться. И на помощь самовыдвиженцу пришли партийные активисты. Однако вместо поддержки подложили свинью. 189 из 1600 подписей забраковала избирательная комиссия. У меня претензий к избирательной комиссии городской нет. Во всем, что произошло, я считаю, да, виновато руководство Бурятского регионального отделения КПРФ. Действующее руководство КПРФ. Я понял, что меня в этой ситуации именно, подставили. Еще один выдвинутый кандидат Алексей Карнаухов также не смог собрать подписи. Но он, в отличие от Меньшикова, винит в этом только себя. Мои подписи, мои сборщики, то есть они просто перестали выходить на связь. У меня твердая уверенность, что их, купили. В этой игре такие правила, это нормально. То есть это, конечно, это неприятно. И неприятно, что это те люди, которых я лично набирал для себя. То есть это моя вина. Напомним, до этого из гонки вылетела журналистка Евгения Балтатарова. Таким образом, сейчас за кресло мэра борется 8 человек из 11 заявленных. Среди них двое самоудвиженцев. Николай Красиков и Мукажап Бадмаев все еще на стадии проверки. Садном Ирдынеев, Владимир Попов, телекомпания АТВ.